Россия, вперед! Оле, 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 Россия, вперед! Оле, 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 Россия, вперед! Олимпийские игры раз в 4 года. В Лондон приедет масса народа. Приедут зрители и спортсмены наши. Одну спортсменку мы знаем как Машу. В российской сборной имен разных много. Имена рекордсменов присвоят рекордам. Лондон Сити, ты можешь быть гордым. Мы присвоим имена олимпийским рекордам. Имена спортсменов и сборной нашей. У нас в составе есть Таня и Саша. Есть Вова, Коля, Валера и Даша. Но круче всех Абакумова Маша. Да здравствуют все олимпийцы России. За всех болеем с нездешней силой. За все олимпийские виды спорта. Всем вам желаем побед и рекордов. Болеем за всех, но мысли наши, наша поддержка будут с Машей. Голос сорвем за тебя, болея, а ты постарайся, как ты умеешь. Копье летит за 70 метров, 72, 50 сантиметров. Соперницы стихли, когда увидали, а я промолчу про размеры медали. Говорят, что быть сильной не женское дело, но бывает и сильным красивое тело. Она олимпийская дива наша, и зовут ее Абакумова Маша. Почему MTV не интересует? Посмотрите, вот Маша с копьем танцует. Это явно последствия другого спорта. Маша, танцуй и бей рекорды. Победа и масса слов одобрения, фото, видео и поздравления. А если нет, то не стоит печалиться. Спасибо родителям, ты просто красавица. В секторе нет ни сильнее, ни краше. Я болею за тебя, Абакумова Маша. Но не один, нас таких миллионы. Победа не главное. Главное, кто мы. Страна тебя встретит и плакать не будет, как мама и папа. Тебя просто любят. Но чтобы мы радостнее Машу встречали, нужны фотовспышки на рыжей медали. И ты россиянка, с Кавказа ты родом. Здесь люди особой стальной породы. И пусть нелегки победы в спорте. Бей посильней олимпийские рекорды. Простите за фамильярность, сливы мой, вашу популярность.